Приветствую, дорогие! Это очередной выпуск из серии «Будем молодеть». Я рассказываю о том, как я ухаживаю за собой, за своим лицом, за своей шеей, ну, для того, чтобы, скажем, выглядеть, ну, может, чуть-чуть получше. По крайней мере, мне все говорят о том, что я выгляжу намного лучше, нежели 4 года назад. Какие я применяю фишки, секретики, все это рассказала и в предыдущих роликах тоже, поэтому, если вам интересно, плейлист найдете под этим видео. И если вы хотите все это делать ежедневно вместе со мной, потому что я показываю прям полный цикл, чтобы вы могли включить и делать прям со мной. Потом вы запомните, и вам уже не нужны будут эти видео. Но пока, для того, чтобы не потерять эти ролики, переходите в Telegram-канал. Там они всегда будут доступны, потому что в Telegram-канале я дублирую сейчас все видео. Почему дублирую? Потому что очень скоро, как только ВК-видео и Рутуб урегулируют вопросы по поводу монетизации, YouTube закроется. Это не слухи, я видела постановление, вернее, проект постановления. Поэтому даже если вы там поделитесь где-то в социальных сетях этими роликами, там они тоже исчезнут после закрытия. Поэтому в Telegram-канале всегда все будет вам доступно. Ну и ближе к телу. Мне прям нравится эта фраза. Так, давайте, значит, сегодня я покажу, как я ухаживаю за шеей. И овал лица. Что мы делаем? Беру свой любимый крем. Ой, не надо мне. Я, правда, взяла старую футболку, которую не жалко угваздать, но все равно оно как-то неопрятно будет. Вот, нанесли крем на шею. Собрали в ладошки, да, можно сразу на ладошки, как угодно вам. И начинаем наносить. Смотрите, переднюю часть шеи наносим только так. Снизу вверх. Сейчас не гляжу. Вот, наносим снизу вверх. Не надо давить легкими движениями. И на боковую часть, то есть на платизму, тоже наносим крем. И начинаем делать вот такие движения. Делаем, пока не надоест. А вернее, делаем, пока чувствуете, что руки скользят. Ну, то есть крем есть. Если хотите подольше поделать, вот давайте я тоже подольше поделаю. Добавьте еще крем. Я прям на ладошки беру. Сюда. И сюда. И прямо вот. Во-первых, у вас, не знаю, наверное, микрофон у меня тут будет чвиркать. Сейчас, знаете, я сниму микрофон, чтобы не пачкать его. Поэтому звук будет похуже. Ну, ничего. И делаем вот такие вот движения. Футболку мне точно не жалко, а микрофон жалко. Делаем, делаем, делаем. Вот вы почувствуете, когда ну, уже не так скользит, тогда уже не надо делать, чтобы не тянуть кожу. И потом делаем вот такие движения. Легенькие. Снизу вверх. И вот так вот. И свою платизму. Как бы сбрасывая лишнюю жидкость от лица. Наверное, это так. Не знаю. Я делаю, мне нравится. Вот. Ну и, конечно, ваша зона декольте тоже будет вам благодарна. Шея. Видите, красненькая прям все. Это хорошо. То есть, ну, не надо скрести там или давить, но если вы довольно долго делаете вот эти интенсивные движения, то, конечно же, кожа реагирует. Почему она краснеет? То есть приливает кровь, соответственно, вот эти питательные вещества, которые есть в моем креме, начинают, ну, хоть сколько-то впитываться. Потому что кожа нам для того и дана, чтобы защищать нас от внешних воздействий. Вот таким образом вы как-то заставляете кожу немножко впитывать ту пользу, которая есть в креме. Про крем я расскажу в каком-то следующем выпуске. В следующем выпуске будет массаж для лица. Их у меня два. Немножко они отличаются, поэтому я сделаю отдельно. И сейчас овал. То есть опять берем крем. Вот берем крем и наносим на овал. Ну, то есть на вот эту часть лица, как она называется, не знаю, ладно, не важно. От середины к вискам так наносим. Все движения, вот какие бы вы ни делали движения с лицом, они должны быть только такие. Вот. Ни в коем случае не в обратную сторону. И все. Нанесли крем,
сделали вот так крючочки, да, и погнали. 31 раз я делаю. 2, 3, 4, не буду считать. 7, ладно, 8. Желательно, чтобы, почему я не стала говорить, чтобы челюсти были сомкнуты. То есть не надо их опускать челюсть. Да. Это называется закройте рот. Так, и сейчас делаем то же самое, только по-другому. Не так крючки, а вот так делаем. И тоже 31 раз. Пальчик вот этот, видите, где идет под челюстью, а это над челюстью. Все сделали, похвалили себя, погладили себя, какие мы молодцы. Вот, это то, что касается шеи и овала лица. Ну, дорогие, я прошу вас помнить о том, что на вашем лице отражается не наличие крема и не ваши регулярные упражнения или массажи, на вашем лице отражается ваше внутреннее состояние. И если ваше внутреннее состояние – это сплошной дискомфорт, тревога и страхи, то, соответственно, надо менять свое внутреннее состояние. А как это сделать? Как перестать стареть? Как активировать программу омоложения? Об этом вы можете посмотреть, если пройдете по ссылке, она сразу в описании под видео. Я надеюсь, мои простые очень простые способы вам понравились, и вы продолжите смотреть серию этих видео. До встречи в следующем выпуске. А я, как всегда, всех вас люблю. Всем пока!